Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Вот очередная работа. Необходимо сделать рукоять на кинжал. Сделаю такой кусок рога лося. Здесь клин предполагается. Ну, конечно, кинжал сувенирный. Я его собирать не собираюсь. Делать только рукоять. Вот здесь голова будет, здесь сужение, и здесь вот такое продолжение. Рукоять сама будет с узорами, нестандартная. В общем, вот, задачи такие. Нет столько много инструментов, пришлось фрезой мелкой. Эти вот кусочки вырезать. Как видите, здесь такое, видите, как у дерева. Кора такая темная и сердцевина белая. В итоге работа была белой. Теперь на этом этапе надо выровнять полностью, симметрично делать. Как видите, уже обработаны и проведены осевые. Теперь осталось более точно все подогнать по осям. Вот видите, лишнее. Вот что получается у нас в процессе резьбы, нанесения предварительного орнамента. Также выявляем кривизну, вот такую вот, которую надо удалить обязательно вот на этом этапе. Дальше, иначе будет уже сложности. Вот. Проделал немало работы. В общем, вот что получилось у нас в процессе резьбы. Вот сбоку, как видите, здесь поры. Здесь орнамент вырезать не получится. Не обращайте внимания на мои ногти. Это, как сказать, их порезать-то можно, просто потом от давления, которое возникает при сжимании изделия, болят просто пальцы, а здесь забиваются вот остатки рогов верхние, либо какая-то сопутствующая грязь вот от карандаша. В общем, такая работа. Вот закончили уже самые сложные элементы. Можно и ногти подрезать. Здесь уже остается такая более работа для медитации. Здесь будет такая сетка. Ну вот, будет переплетаться. Здесь шарик, как и в этой части, с другой части шайба. Ну, теперь надо будет все это выделять по отдельности. Это все темное, это карандаш. Все. Практически на финишной прямой удалено 95% примерно, даже больше, количество материала. Получается вот такая вот работа. Вот в эти вот выемки здесь будут такие шарики оставляться, на как гвоздики.
как шляпки будут такие торчать. Здесь большой, здесь тоже большой, здесь три штуки. А, так, ну, похоже на что-то готическое. Не знаю, кажется, сам сделать вывод, на что похоже вообще. Хорошо ли выглядит. В общем, такая работа пока.